Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой обзорчик, вот такой вот небольшой посылки. Заказывалась она на Gearbest'е, и это, сразу забегая вперед, скажу, что это весы. Выбрасываем накладную. Вот такие вот весы кухонные. От скольки-то там, от 1 грамма до... От 1 грамма до 5 килограмм. Давайте на них посмотрим и попробуем что-нибудь на них взвесить. Красивые весы должны быть. Вот такие вот они. Симпатичные такие. Сверху покрыты. Итак, убрал все косячки. Вот такая вот она получается у нее поверхность. На ней остаются немножко отпечатки. Вот смазывать, если видите. Вот сзади, снизу имеем ножки. 4 штучки. И все сделано довольно-таки неплохо. 2 мини-пальчиковые батарейки используются формата 3А. Вот, давайте вставим и попробуем. От 1 грамма, да? Итак, включаем. Видно, нет. Вот. Смотрите, подсветка у нее темная и плохо видно в дневном освещении. ОЗ, миллиграммы, ЛБОЗ и граммы. Вот. Это кнопка включения-выключения. И тара, то есть, ну, обнуление. Давайте поставим. Обнулим. Все, теперь обнулили. И давайте у нас сейчас установлены граммы. Так, вот так, наверное, будет видно. Вот сейчас 1 грамм сбилось. Ну, пусть будет 1 грамм. Здесь у меня неровная мягкая поверхность, поэтому при любом движении она, видите, сбивается. Но... Давайте еще раз обнулим, вот нолик, и давайте взвесим вот эту пленочку, которая была. Вот пленочка весит 1 грамм, то есть, ну и теперь давайте что-нибудь потяжелее выберем и взвесим. Воды здесь немного, вот, 2 килограмма 385 грамм. Видно, нет, плохо видно, вот. 2 385. Вот, ну, за счет того, что прогнулся стол у меня, площадка, на которой я снимаю, она немного пошатывается. Вот, но давайте взвесим еще, обнулим сейчас. Вот, и взвесим вот это вот 5 грамм и вот это вот. И давайте еще вот это вот. 11-12 грамм. Все отлично, он все меряет. Вот так выглядит. Давайте еще раз на него посмотрим. Поближе. О, единственное, что не нравится, вот эта вот темная подсветка. И почему-то я здесь не вижу кнопки, чтобы ее поменять. Цвет, то есть она темная, видите, и не совсем удобно, то есть она отбликивает и не совсем удобно смотреть ее, то есть нужно присматриваться, что здесь. Ну, здесь есть индикатор уровня заряда, как бы, вот. Индикатор уровня заряда, TR, то есть спрос. Вот, ну и вот здесь ЛБОС, граммы, ОЗ, миллиграммы. ЛБОС, я не знаю, что это означает, то есть я пользуюсь только граммами. Возможно, для разных стран измерения, которыми измеряют. Вот, вот так они выглядят. Еще раз, вот так выглядят весы. Вот они небольшие, прикольные такие. Вот батарейка для сравнения пальчиковая. Вот в такой коробочке приходят. Весы мне очень понравились. Немного марки. Вот. В остальном все хорошо, взвешивают, и мне все понравилось. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!